Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Сегодня мы с вами пробуем приготовить пузырьковую очищающую маску для кожи лица своими руками. Все компоненты этой маски настолько бюджетные, что приготовить ее может позволить себе каждый. А эффект вы увидите в конце видео. Нам для домашней пузырьковой маски потребуются таблетки активированного угля, перекись водорода и любая косметическая глина, которая, думаю, имеется в арсенале любой девушки всегда. А вы пока подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. Первым делом мы измельчаем 3 таблетки активированного угля. Добавляем к ним 4 чайные ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку любой глины. Все перемешиваем и сразу же наносим с помощью кисти на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем на 10-15 минут. После того, как маска перестает пузыриться, начинаем ее смывать. Ну что, смотрим эффект. Кожа чистая, поры менее заметные. А при регулярном применении эта маска осветляет пигментацию и веснушки на коже, делает цвет лица более гладким, однородным и свежим. Так что, девочки, пробуйте! Все компоненты этой маски бюджетные, на приготовление вы потратите буквально 3 минуты, а результат ничуть не хуже, чем у знаменитых брендовых корейских пузырьковых масок. Как вам такой рецепт? Будете пробовать применять? Жду от вас обратной связи в виде оценок и комментариев. Подписывайтесь на мой канал Позитив ММ, а также на мой инстаграм Миллион Полезностей. Пока-пока, до новых встреч!